Они вернулись, штат Небраска. Правда, уже в обновленном составе пранканули Исхара из Куикс. Нам удалось узнать, что чувствовал в момент розыгрыша главный герой и пришелся ли по душе пранк бывшему участнику команды Небраски, Биржану Ашимову. Подробности смотрите уже через несколько секунд. Пранки, розыгрыши – все это, казалось бы, пройдено, но не тут-то было. Новый штат Небраска решил вернуться во свояси и таки совершить долгожданный пранк над Исхаром, слабость которого, как оказалось, девушке. Честно, я был в шоке, потому что я знал, что меня пранкнут в любом случае, но я немножко сдал позиции, потому что они сказали, что они не будут пранковать больше. Честно, я кайфанул, потому что люди узнали меня немного с другой стороны. Все думали, что я немного такой пафосный, эгоистичный, на понтах типа такого. А на самом деле оказалось, что я добрый, милый и терпеливый парень. А были ли ощущения, что все это самое, что ни на есть подстава? Был момент, когда я начал искать камеры, честно, я их не нашел. Я пару раз смотрел в эту камеру, оказывается, но она была очень далеко, где-то в расстоянии, где-то 10-15 метров. И был момент, что я названивал Марлену, на самом деле. Я ему звонил, он не брал трубку. А почему я не поверил, что это пранк? Потому что уже Влад пришел, и он все сбил. А так я, честно, чувствовал немного. А вот пришелся ли по вкусу этот розыгрыш одному из экс-участников штата Небраски – большой вопрос. Мне понравилось. Мы всегда это хотели сделать, когда я еще был в Небраске. Но мы как-то постоянно откладывали, потому что он этого ждал, и в итоге они это сделали. Но я обрадовался, когда увидел, я кайфанул. На самом деле, огромное количество зрителей мечтает, чтобы сделали пранк над Биржаном. Но участники все-таки не могут решиться на этот подвиг, потому что, оказывается, это не проще простого. Мне кажется, что я догадаюсь, что это пранк, потому что это должна быть настолько жизненная ситуация, которая у меня ежедневно происходит, чтобы я не подумал, что это пранк. Я бы не смог придумать сам идею пранка над самим собой, потому что это очень сложно. Я человек, который психологию этого пранка знает. Я посмотрю в телефон, идет ли там диктофонная запись, я буду искать камеры. Я примерно знаю, где бы я сам эти камеры спрятал, поэтому, в принципе, я думаю, что проблема, я думаю, что меня сложно будет пранкануть. Если пранканут, то красавчики. Но однажды это случится. Вот увидите, если штат Небраска не решится на это, то кто-нибудь другой точно застанет вас врасплох. Так что будьте начеку. Султана Жаркибаева, Руслан Хасанов, Headliner.